по которой, скажем, упадочились удвоение. Итак, волшебная Бурятия, одна из самых таинственных и загадочных земель в истории всех государств кочевников. Потому что, друзья, Новый год, как я уже сказал, наступил на Крайнем Севере, и мы сейчас с вами начинаем нашу новогоднюю программу. Как я уже и говорил о том, что мы сегодня будем путешествовать по 5-часовым поясам. И у нас много-много артистов, тех, кто выйдет на нашу сцену, на главную сцену, главного катка страны. А вот здесь ваши аплодисменты громкие, продолжительные. Наш Снегурочки, Дед Мороз, да не в одном составе. И приближается солистка группы, которая сейчас будет выступать здесь, на ВДНХ, в новогоднюю ночь. И где наше гостеприимство, друзья? Достаем свои телефончики, многие уже засняли это шоу, это действо. И сейчас, через прям-таки 15 секунд, здесь будет на нашей сцене группа, которая подарит свои песни вам. Но для этого надо ее встретить громкими аплодисментами. Я думаю, что вы сейчас мне поможете в этом. Друзья, как настроение?